How is going? How are you? Good, good. How did the recording go? Yeah, we are practicing. We just finished your piece, which you create for us. This five Kazakh impressions from you, and we just recorded last movement from this your piece. Несмотря на то, что между ними тысячи километров, они прекрасно понимали друг друга, поскольку искусство сближает, и в их числе домбра – достояние казахов. Вдохновленный тонким звучанием струн домбры, канадский композитор воплощает в жизнь композицию «Пять впечатлений из Казахстана», которая состоит из пяти частей – «Небо и птица», «Казахская лошадь», «Горизонты» и две последние, имеющие непосредственное отношение к домбре – «Хара домбра» и «Жаркан домбра». Премьера этих произведений состоялась в Казахстане в декабре прошлого года. Канадский музыкант совместно с государственным струнным квартетом имени Газизы Жубановой дал концерты в Астане, Алматы и в Караганде. Это мероприятие под названием «От Канады до Казахстана» было приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений двух стран и ко Дню независимости Республики Казахстан. Когда я готовился к написанию композиции, я искал музыкальные материалы для своей работы. В то время Ернар прислал мне сборник народной музыки. Меня сразу впечатлил звук домбры. Для того, чтобы прочувствовать и понять прекрасный звук, я прослушивал его снова и снова. Детально его изучив, я понял, что звуковая палитра этого инструмента очень богата. Вместе с ритмом его звучание дарит проникновенные чувства. Я думаю, что если бы Моцарт услышал звучание домбры, он бы поехал в Казахстан и сочинил не одно музыкальное произведение. Основная часть звучания струн домбры схожа с партией струнного квартета, которые у меня всегда ассоциируются с Моцартом. Но ведь оно имеет непосредственное отношение к казахскому народному творчеству. Для меня это одно из достижений в искусстве – уникальное сочетание культур и стиля. Казахский народ вам особенно благодарен за то, что вы очень тепло высказывались о нашей культуре, в частности, говорили о домбре. Сейчас все издания, средства массовой информации цитируют ваши слова. Все говорят о том, что самый лучший пропагандист казахской культуры, и в частности, вот нашего национального инструмента домбре, является именно Папа Римский. Поэтому я вам приготовил сувенир от фильма. Казахская домбра является связующим звеном и в большой политике. В ходе государственного визита в страну в сентябре 2022 года Папа Римский Франциск отметил, что звучание домбры взывает мир к единству. Нашему миру необходима гармония, а что касается гармонии в Казахстане, то ее можно связать с казахской музыкой. Когда я готовился к этому путешествию, я знал, что люди в этом месте в средние века рассказывали саги на разных видах домбры и тем самым передавали сказания о прошлом подрастающему поколению. Так в памяти всей страны сохранился символ многообразной преемственности домбра, и сегодня, несмотря на стремительную смену экономических и социальных условий, напоминает о жизни предков. Слова понтифика будто мгновенно разлетелись на все четыре стороны света, потому что тогда Казахстан был в центре внимания всего мира. В Астане прошел 7-й съезд лидеров мировых и традиционных религий. Это первое масштабное международное мероприятие страны с начала пандемии. Қазіргі күрделі кезеңде съездің тарихи мәні артып отыр. Өткені халықтар арасындағы келісімді нығайтып, пандемиядан кейінгі әлемде әділетті қоғам құру бәрімізге ортақ міндет. Осы орайда ашық диалог орнату өте маңызды. Дін көшбасшыларының 7-ші съезі тың идеяларға жол ашып, баршамызды биік белестерге жеткізеді деп сенемін. В межцивилизационном диалоге принял участие верховный имам Ахмад ат-Тайеб, шейх Аль-Асхар и доктор старейшего учебного заведения в мире, которое по-прежнему является основным образовательным и научно-духовным центром исламского мира. А шейх Аль-Асхар – высшее звание исламских лидеров, поэтому Ахмад ат-Тайеб
является почетной фигурой для почти 2 миллиардов мусульман. Этот религиозный съезд поднял очень актуальную тему – роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период. Коронавирус унес жизни почти 15 миллионов человек. Мир еще не оправился от ужасного страха. Весь мир нуждается в согласии и мире. Так же, как пациент нуждается в лекарствах, мы нуждаемся в мире. Важным событием в религиозном съезде также стало участие председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Антония, главного раввина Израиля Ашкенази Давида Лау и главного раввина сефардов Ицхака Йосифа. Духовные лидеры обратили внимание на то, что Казахстан привержен укреплению межконфессионального диалога, всегда поддерживает свободу вероисповедания, что в этой сфере служит примером для других стран. Такое же мнение высказали представители индуизма, синтоизма, даосизма, буддизма, джайнизма, бахаи, а также руководители и политические деятели международных организаций. Приезд в нашу страну религиозных лидеров на глобальном уровне – это прежде всего показатель доверия Казахстану. Во-вторых, это доверие политике, проводимой главой государства Касым-Жомартом Токаевым, и уважение к ней. В-третьих, это символ того, что диалоговая площадка нашего съезда сформировалась в полной мере. Папа Римский Франциск восхищался звучанием домбры, а стоявший перед ним Иоанн Павел II был впечатлен кобызом. Когда он посетил нашу страну в сентябре 2001 года, ему подарили кобыз со значением «Пусть этот кобыз поставят рядом с той ценной реликвией». Известно, что одна из двух версий книги Коркет-Ата хранится в Ватикане. На церемонии открытия известный кубызист Аль-Куат Казахпаев исполнил «Кюй Коркыта Конар». Вскоре ватиканские издания написали, что Папа Римский был в умиротворенном состоянии, когда услышал звук кубыза. Репутация Папы Римского во всем мире очень высокая. Поэтому его визит считается весьма важным событием с духовной и политической точки зрения. Смысл визита Иоанна Павла II в Казахстан совсем другой. Поскольку понтифик был в нашей стране через несколько дней после трагического теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В те времена, когда человечество, казалось бы, уповало на угрозу столкновения цивилизаций, многие смотрели на это событие с большими надеждами. Одна из них – Мария Кваша из столицы, в жизни которой в это время произошли неожиданные перемены. Так как я пела в приходском хоре, меня приглашают, как и других девушек, петь в хоре. Получается, мы репетируем каждый месяц в течение, наверное, месяца 3-4. Для нас уже пошиты костюмы. Это 2001 год. Подходит сентябрь, мне звонят и говорят: «Мария, да, вы владеете английским, да, вы католичка, да. А меня зовут Александр Кан, нам нужен переводчик». Для меня, конечно, это был, отчасти и страх, и какое-то такое чудо, как бы, кто я такая, да. А на тот момент мне было всего-навсего 23 года. Католиком я была всего 2,5 года, и, конечно, для меня это как Папу Римского, я про него только книжки читала, вот. А тут приглашают переводить для пресс-службы Святого Престола. Я была личным ассистентом, переводчиком у ассистента Виктора ван Брандегама. И, как сейчас помню, огромный темный автобус несется с аэропорта. Нас очень-очень много журналистов со всего мира приехали освещать визит папы. Иоанн Павел II свою речь начал со слов: «Я благодарен Богу за то, что Он привел меня в столицу святой страны, расположенной в сердце Средней Азии». И эти слова тронули сердца миллионов людей. В то время Папа Римский сделал обращение ко всем традиционным религиям мира.
Папа Римский возглавляет самую большую религиозную общину мира. Католиков есть, насчитываем, 1 300 000 000. И это всегда личность очень такая важная, моральный авторитет. Надо бы вспомнить послание папы с 2001 года, Иоанна Павла II. Там было много сказано. Я только вспомню, что Иоанн Павел II дал как бы Казахстану миссию, задачу. Обращался не только к католикам, которых немного в Казахстане, обращался всему обществу Казахстана, всему народу Казахстана. Говорил: «Казахстан, у тебя есть миссия быть мостом между религиями, между культурами, между государствами, мостом между Азией и Европой». В результате теракта в Америке в районе башен-близнецов были убиты несколько тысяч мирных людей. И это является доказательством того, что проблемы на религиозной основе представляют угрозу для всего человечества. С этого периода лидеры всего мира и сама Америка искали определенный способ справиться с такой религиозной проблемой. И в это же время, в 2003 году, Республика Казахстан выступила с инициативой созыва встречи лидеров мировых и традиционных религий и сделала предложение всему миру. С 2003 года в Астане было проведено 7 съездов лидеров мировых и традиционных религий, которые вошли в историю независимого Казахстана как крупнейшие международные мероприятия. Это также сыграло важную роль в определении позиции страны на мировой арене. В 2003 году первый съезд положил начало твердой линии казахстанского руководства на развитие межрелигиозных отношений не только в пределах республики, но и на глобальном уровне. Человечество должно было получить ответы, открывающие мирный характер традиционных религий и изобличающие радикализм. Делегаты съездов призывали и продолжают призывать всех людей доброй воли вновь и вновь твердо свидетельствовать о совместном неприятии экстремизма и приверженности братскому миротворческому диалогу. Если у кого-то есть цветы, и он хочет, чтобы будет поливать цветы постоянно, если не поливаешь, она сохнет. Надо то же самое относиться к самой красивой, которая есть в этом мире. Самая красивая красота, которая есть в мире, это дружба, ее надо беречь. Это не приходит само от себя. Чем столько много раз надо говорить о шалом, 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 шалом. Всегда надо говорить о мире, мире, мире. Потому что если мне будем это постоянно поливать, она в один момент может разрушиться. И то, что 70 лет строится, может разрушиться. Один неправильно действует. Я не люблю такое слово, как уникальность, особенно когда оно очень часто употребляется, да? Но я скажу так, особенность этого форума. В мире проходит много религиозных форумов. Вот. В этом смысле мы не, так скажем, ну, не единственные. Но вот этот форум заявил себя именно как форум лидеров. И это очень важно, что собираются лидеры. И думаю, что задача секретариата и вообще всех людей, которые задействованы в организации этого форума, это наладить именно диалог между лидерами. Вот это важная задача. И вот в этом действительно форум, он по-своему уникален. За 20-летнюю историю съезда диалог между лидерами мировых и традиционных религий стал более содержательным и эффективным. Радикализму, насилию и конфликтам решительно противостояли декларации, принятые по итогам съездов. Было ясно, что ни один из них не может быть оправдан. В связи с этим значительно расширилась и география участников. Если в 2003 году в первом съезде лидеров мировых и традиционных религий участвовало 17 делегаций из 13 стран, то в 2022 году на 7-м съезде более 100 делегаций из 50 стран мира. 14-15 сентября 2022
22 года Астана стала духовной столицей мира, потому что практически присутствовали все лидеры традиционных мировых религий, и освещалось, у нас было аккредитовано порядка 350 иностранных журналистов. Такого никогда не было. И вот эти дни проведения съезда, информация шла практически во все точки мира. Я сам давал интервью YouTube-каналу Папы Римского, и мне журналисты сказали, что вы будете транслироваться на 120 стран мира. То есть вот такой был охват. Поэтому я считаю, что это был особенный съезд. Конечно, глобальных проблем очень много, в том числе военные конфликты между странами, голод, нищета, экологические проблемы. Все это обязательно влияет на отдельных людей и общество. С этой точки зрения очень важен съезд лидеров мировых и традиционных религий. Он объединяет руководителей мировых международных организаций, ООН, Организации исламского сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Лиги арабских государств, глав государств, а также религиозных деятелей различных стран. Этот имам из Египта приезжал в нашу страну и посещал ее несколько раз. Хоть он и живет в такой большой стране и является главой большой религии, но находит время приехать в нашу страну, что показывает его особое уважение к нашей стране. А во время своего участия в прошлогоднем 7-м съезде он специально посетил главную мечеть нашей страны и участвовал в пятничной молитве. Во время молитвы он произнес свою речь, в которой он рассказал о вкладе наших предков в мировое образование и в страну Египет. Не зря Казахстан является инициатором проведения съезда лидеров мировых и традиционных религий. На протяжении многих веков казахская земля была золотым мостом между Западом и Востоком. В наших краях жили многие могущественные народы, для которых религиозная умеренность является общим достоянием. Об этом свидетельствуют исторические записи и раскопки на месте древних городов. В Кайлыке я раскапывал культурный центр раннеисламский, который датируется 1200 годом. Толща слоев в Кайлыке более 2,5 метров. Так вот, верхний культурный горизонт на Кайлыке также занимал манихейский храм. В 1998 году под руководством Байпакова там раскопан буддийский храм. Это огромное сооружение, которое я еще в 2004 году раскапывал. То есть каждый год с 1998 по 2004 год буддийский храм раскапывался. Карл Мадахмич Байпаков считал, что христианский храм, христианское селение, о котором пишет Вильгельм Рубрук, он раскопан, изучен частично на городище Лепсы, которое находится в 7 километрах от Кайлыка. То есть на городище Кайлык, где межрелигиозное согласие или диспуты отмечались до конца существования этого города, то есть до начала 14 века, скорее всего, там существовал буддийский храм, манихейский храм, в 7 километрах существовало христианское поселение, по крайней мере, об этом говорил Рубрук в 1253 году. Посол Людовика IX, путешественник Вильгельм Рубрук, повествует о своем пребывании в Кайлыке в своем произведении «Путешествие на Восток», в котором он рассуждает на тему религиозной умеренности на казахской земле. С незапамятных времен наш народ перенял традиции различных цивилизаций и религий, качество толерантности и открытости, поэтому принцип «наше единство в многообразии» стал основной позицией сегодняшнего Казахстана. Уважительное отношение к представителям других народов и других религий мы унаследовали от наших предков. Это традиция, сложившаяся на земле Великой Степи. А наш долг – продолжать работу в этом направлении. Формирование этой традиции, по мнению ученых, было связано и с Великим Шелковым путем.
Великий шелковый путь был не только коридором, по которому перевозились товары с востока в западные или другие регионы. Кроме того, шелковый путь был коммуникационным каналом между государствами. По этому каналу также распространились знания, взаимодействовали народы, наладили диалог между собой и разные религии. Поэтому Казахстан, как известно, является государством, расположенным на распутье множества других дорог. Можно сказать, что на этом шелковом пути наши предки впитали идеологию толерантности. И это та самая мудрость, унаследованная от наших предков. И мы продолжаем эту традицию. Поэтому проведение съезда в нашем государстве не случайно. Я живу здесь, в Казахстане, с 94 году. Любое мероприятие, которое я присутствую в государственных мероприятиях, или городское мероприятие, или районные мероприятия, всегда говорят о дружбе и согласии. И чем больше людей будет действительно не сказать, да, мы это все знаем, зачем это надо повторить. Это то же самое, когда если хорошая семья, если им важно, что будет хорошее будущее, а это недостаточно сказать, я уже на время свадьбы сказал, я люблю тебя. Это постоянно надо повторить, и постоянно надо говорить вот эти добрые, хорошие слова. Всем нам, кто живет и трудится на древней земле Великой Степи, отрадно, что именно здесь зародились и воплотились в жизнь идеи съезда, работа которого является посильным ответом людей на призыв Божий к миру. Каждый казахстанец или тот, кто хотя бы раз побывал здесь, может засвидетельствовать, что наша страна действительно благословенная земля мира и добрососедства, земля согласия и братолюбия. Один из генеральный секретарь Всемирной лютеранской федерации Мартин Юнге в свое время сказал такую фразу. Нет такой богатой страны, которая в чем-то бы не нуждалась. И нет такой бедной страны, которая не могла бы что-то дать. Вот. Поэтому я думаю, здесь процесс он в двух направлениях. Во-первых, ну, наша страна действительно многонациональна, многоконфессиональна. Как, мне не очень нравится это выражение, но... мультикультурно, да? Почему не нравится? Потому что такой проект на Западе, он как бы потерпел крах. Но у нас вот это вот многокультурье, можно я так скажу, да? С ее взаимным проникновением, оно существует на протяжении многих лет и как бы соседствует, обогащая друг друга. Так же, как различные религии, так скажем. Нет конфликтов, нет трений на этом плане. Это своего рода так та же посыл, что, ребята, посмотрите, да, как можно все-таки. В настоящее время в Казахстане в мире и согласии проживают представители более 100 этносов. Свободно действуют около 4000 религиозных объединений и 18 конфессий. На самом деле, это бесценное богатство и незыблемый приоритет страны. Проведение религиозного форума является важным направлением казахстанской политики, направленной на укрепление диалога и сотрудничества не только в нашей стране, но и во всем мире. Вот я бывал в Америке недавно был, и там встречался с одной международной организацией. Они говорят, что их задача входит сегодня установить диалог между исламом и христианством. Но мы ведь этот диалог уже установили 20 лет назад. И в стране, и внутри страны, и за рубежом этот диалог уже существует. Вот, например, эту рабочую группу по подготовке декларации проекта в итоге в конце дорабатывали. Там нужно было английский текст немножко отшлифовать. Представитель англиканской церкви Джо Бейлис, епископ, с православной церкви был Дмитрий Сафонов, с Ватикана господин Акаши. Вот они втроем сидели, втроем дорабатывали, три представителя трех разных религий дорабатывали проект декларации. Это говорит о том, что диалог-то у нас уже давно. Наше положение в вопросе религии находится, так сказать, на очень высоком уровне.
Одним из его доказательств стал тот факт, что в 2006 году была отмечена роль Казахстана в межрелигиозном пространстве. Опыт Казахстана был включен в резолюцию ООН, состоявшуюся в мае 2006 года в Нью-Йорке. Я рассказал там об опыте нашего Казахстана для поддержания религиозного мира во всем мире. Если быть точнее, то можно сказать, что теперь наш казахстанский религиозный диалог, религиозное сотрудничество, сохранение мира с религиозными объединениями стали лицом и брендом Казахстана. Айналды деп айта аламыз. Еліміздегі және бүкіл әлемдегі диалог пен ынтымақтастықты нығайту Қазақстан саясатының маңызды бөлігі. Бүгінгі съезд соның айқын көрінісі. Каждый съезд был особен по-своему. Однако 7-й съезд был наиболее значимым. Он проходил во время беспрецедентной геополитической напряженности и конфликтов во всем мире. Темой съезда стала роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период. Еще одним фактором, который повысил роль съезда, стало то, что он соответствовал таким престижным международным площадкам, как Всемирный экономический форум в Давосе и Мюнхенская конференция по безопасности 2022 года, на которых обсуждались экономические и социальные аспекты постпандемического развития мира. Казахстан – это международная площадка, которая призывает людей со всего мира к миру, безопасности и диалогу. Это говорит о высоком рейтинге Казахстана, обеспечение мира и международной безопасности – являются обязанностью не только ООН или других международных организаций. К ней должны стремиться и поддерживать все народы мира. Важно, что Казахстан взялся за такой важный вопрос среди стран Центральной Азии. Со времен Адама и Евы и по сей день люди не были безбожниками. Большинство людей в обществе верили в одного Творца и продолжают верить в него и по сей день. Поэтому, конечно, можно сказать, что роль религии в каждом обществе, в каждом государстве особо важна для стабильности этой страны, для единства народа этой страны. Потому что религия состоит из правил и как бы воспитывает нас. Все вы знаете, что любая религия пропагандирует только добро. По итогам 7-го съезда был принят важный документ – декларация. Ее содержание станет важным этапом в развитии стран, покажет актуальные проблемы современности, возможные пути их решения, а также намерения лидеров мировых религий, их обращение к международному сообществу. В этой связи международное сообщество, несомненно, высоко оценило усилия нашей страны, направленные на укрепление политики, мирного диалога и открытости. А также Казахстан подтвердил свою международную репутацию миролюбивой страны. Съезд кортный документ, декларация нас, халкарал. Итоговый документ съезда, то есть декларация, получила широкое распространение среди международных организаций. Также декларация съезда была зарегистрирована как официальный документ на 77-й сессии ООН и распространена среди всех государств-участников. Мы также начали проводить специальные круглые столы в центрах мировых и традиционных религий для пропаганды идей этого съезда. В этом и следующем году мы планируем проводить собрания более крупного масштаба. Мы должны рассматривать эти меры как возможность для пропаганды модели толерантности, озвученной на съезде, которая реализуется в Казахстане и многих других странах. Месса Папы Франциска также придала особое значение религиозному форуму. Поучаствовать в богослужении съехались тысячи людей со всего Казахстана и Средней Азии. Среди них, конечно же, была и Мария Кваша. На этот раз она также была в центре очень важного события. Как гражданин такой миролюбивой страны, она была полна гордости. Во-первых, Казахстан – это не просто страна в Средней Азии. Извиняюсь за эмоции. Это та страна, которая в сложное время для Советского Союза приняла тех, кого выгоняли, да, кого ссылали. И, как я всегда ученикам говорю, ребят, я говорю, учите историю, вы не знаете. Казахстан, я говорю, это земля, пропитанная кровью. Всех тех, которых просто сюда свезли умирать. И поэтому, когда
такие съезды религии происходят именно в Казахстане, это все-таки знаково для нас. Поэтому если наши президенты приглашают представителей разных религиозных конфессий в нашу такую, можно сказать, святыню, они просто хотят всему миру показать, что можно сосуществовать в мире, в достатке, несмотря на то, что мы абсолютно разные. Как иногда говорят, о, ну, вы говорите там Иисус, мы называем так. Я говорю, да. Просто получается, что мы должны понимать, как верующие люди, что должна быть толерантность. Чтобы люди жили дружно, люди разных национальностей, религий, разных взглядов, нужны две вещи, по-моему. Во-первых, свобода. Свобода в стране, свобода религии, свобода совести и уважение взаимно. Потому что без свободы трудно говорить о настоящем уважении. И слава Богу, в Казахстане благодарим за это Бога, имеем свободу, религии тоже, совести. И стараемся со всех сил, об этом надо постоянно заботиться, стараться о взаимном уважении. Свобода и уважение – это дает потом плоды. И эту модель, мне кажется, надо и укреплять, и делиться с другими. Пусть съезды религии этому служат, поддержке ценностей. Одно из самых важных достижений Казахстана за годы независимости – это полное укрепление в религиозных убеждениях, в том числе развитие исламской религии в нашей стране и возрождение других религий после атеистических годов. Нужно отметить, что в стране сейчас насчитывается более 4000 религиозных объединений, работающих в 17-18 религиозных течениях. Казахстан входит в число немногих стран мира по разнообразию религий, по происхождению, функционированию различных религий. Во время 7-го съезда также часто упоминался Абай. Свою речь о Домбре папа Франциск продолжил мыслями о наследии Абая, цитатой «Люби все человечество, брат мой». Он призвал все человечество погрузиться в писания казахских ученых. Абай напоминает нам, что начало нравственности – это любовь и справедливость. Что бы ни случилось, насилие не может быть оправдано. Бог призывает всех нас к миру, а не к войне. Поэтому попробуем разрешить конфликт не силой оружия и угроз, а средствами, угодными Создателю, достойными человека. К примеру, когда представители более 100 делегаций, сидевшие за круглым столом, констатировали духовную ценность стихов Абая и предложили, что было бы прекрасно, если каждый будет говорить на своем языке. Это значит, что мы знаем нравоучения Гёте и Конфуция. Если посредством стихов Абая во всем мире откроются институты Абая, то я могу сказать, что это, безусловно, будет особым вкладом Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, «Все мы знаем, что у каждого казаха дома должна быть домбра». Точно так же есть поговорка. «Я считаю, что в каждом доме должна быть книга Абая и роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая». И то, и другое является бесценным достоянием для нашего народа. Ценности нашей страны, имеющие глубокую историю и значение, вдохновляют многих людей, таких как канадца Дэвида Брейда. И нет сомнений, что они призывают мир к процветанию, миру и стабильности. Дін басылардың бір үстіл басында жиналуы айрықша маңызды. Олар кез келген мәселе бойынша ортақ пайымға келіп, тіл табысуға болатынын бүкіл адамзатқа паш етуде. Меніңше съезінің ең басты миссиясы да ерекшелікте осы. We're planning a trip so I could come back and you know, just ask a lot of questions to some folk musicians there and in Kazakhstan, so I can get into more details, you know, which I would love to use to create some, you know, some more movements to this piece. Great, I'm exciting. I'm sure it will be more. It's fantastic piece from you. There are some universal principles of music that seem to exist, as far as I can tell,
Музыка имеет определенные универсальные принципы, не подвластные времени и культурному разнообразию. Дамбра, ее тембр, ритм, гармонию и мелодию можно назвать инструментом универсального музыкального языка. Ее мелодичное звучание трогает за душу. Я думаю, что если дамбристы поставят эксперимент и объедут весь мир и покажут свое мастерство перед людьми, которые никогда не слышали и не видели этот инструмент, то звучание дамбры сразу же пленит многих зрителей и создаст особое настроение. Это то, что объединяет всех нас.